большой привет! Меня зовут Тоня, и вы на моем канале Верьемина. Сегодня я подготовила для вас очень жаросжигающую тренировку, которая заменит целых 15 тысяч шагов по количеству сожженных калорий, а то и больше. Только в отличие от скучного шага мы с вами проработаем все тело, поработаем над всеми проблемными зонами, уберем лишний жир и сделаем красивые формы за счет мышц. По доброй традиции обязательно ставьте лайк под это видео и пишите в комментариях, когда вы начинаете тренироваться. И спустя одну неделю регулярных тренировок обязательно напишите свой результат. А если вы хотите комплексно проработать все тело, получить готовое меню и расписание с крутыми тренировками, а также получить тело мечты за 21 день, то я приглашаю вас в мой марафон похудения, который стартует совсем скоро, 27 июня. Средний результат за марафон – это минус 5 килограмм. Вас ждут эффективнейшие тренировки на все проблемные области, антицеллюлитный уход для красивых ровных ножек и ягодиц, чтобы на пляже было кайфово, готовое меню, вкусные и сытные ПП-рецепты, видеолекции и ответы на все ваши вопросы, а также общение с остальными участницами и единомышленниками. А за самые крутые результаты вы получите денежные призы. И поскольку это наш юбилейный 20-й марафон, мы приготовили специальный приз. Это вот такой перкуссионный массажер, который сделает ваши ножки идеально ровными без целлюлита и поможет снять боль после тренировки. Количество мест на самый эффективный марафон похудения будет строго ограничено, мест уже осталось не так много, поэтому переходите по ссылке в описании, записывайтесь на марафон, и мы начинаем 27 июня. Итак, тренировка обещает быть очень потной. Я включаю таймер, и мы приступаем к первому разминочному упражнению. Это шаги в бок плюс круг руками. Вернулись в другую сторону. Это упражнение разогревает наши суставы, мышцы плечевого пояса, чтобы мы с вами безопасно делали всякие планки. Выполняем упражнение активно, настроились серьезно. Мы идем к победе. Отлично, отдыхаем 10 секунд и делаем следующее разминочное упражнение. Это приседание плюс нырок в бок. Ну как, уже немножко разогрелись? Повеселее стало, да? Итак, приседание, нырок в бок. Вернулись в другой бок. Вдох, выдох. Активно разминаем ноги, ягодицы. Молодцы, мы с вами завершили разминку, переходим к основной части. Тройное солнышко. Сейчас попрыгаем. Готовы? Итак, солнышко вперед, затем солнышко вправо, вперед, влево. Повторить. Двигаемся активно, жжем калории. Мне очень нравится такой формат тренировок. Я, честно говоря, не люблю ходить, не люблю бегать, это что-то как-то мутно, однообразно, скучно. Вот такие тренировки, 10-20 минут, и ты сжег столько же, а то и больше калорий. Но не просто ты сжег калории, а ты поработал над своим телом, то есть сделал его крепче, выносливее. Когда мы ходим, мы не прорабатываем, например, мышцы рук, спины, а на моих тренировках мы прорабатываем, и это супер. Следующее упражнение – выпады назад и кик. Сзади много свободного места. Правой ногой широкий шаг назад. Опускаемся в выпад. Выпрыгиваем кик. Вдох. Выдох. Если сложно прыгать, хотя бы просто вставайте, делайте мах. Но чем активнее мы двигаемся, тем больше калорий сжигаем. Тем быстрее увидим нашу идеальную фигуру. Light me up. I still need your fire, baby. I still want you by my side. Light me up.
Супер! Давайте с вами сделаем то же самое в другую сторону. Как настроение? Уже устали? Мы только начинаем. Теперь левой ногой широкий шаг назад. Выпрыгиваем. Еще не сдаемся. Представляем себя с новой фигурой. Какая красота! А какая польза для здоровья! Вы только представьте, что творится с организмом, когда в нем много лишнего жира. Это огромная нагрузка на сердце, сосуды. И не только. На колени. Такими тренировками мы делаем себе только лучше. Молодцы! Далее шаги в планку. И приседания. Шаги в планку. Прыжок, приседания. Встаем, приседания. И возвращаемся обратно. Повторить активно. Молодцы! Переходим к следующему упражнению. Бокс через прыжок. Поехали. Раз, два. Раз, два. Активнее. Если хотите еще больше классных упражнений, эффективных тренировок, записывайтесь на марафон похудения. Мы стартуем совсем скоро. Еще прыгаем. Жжем калории. Супер. Молодцы. Фух. Хорошо, идем. Следующее упражнение. Присед и разворот. Опускаемся в приседание. Вдох. На выдохе поворачиваемся в бок. Вдох. Выдох. Напрягаем мышцы пресса. Кстати, прыжки отлично прорабатывают ягодицы. Старайтесь выталкивать себя именно ягодицами. Напрягайте мышцы. Супер, молодцы! Немного отдохнем, можно попить водички. Опускаемся в планку. В планке выполняем прыжок с жесткой спиной. Лесенку. Прыжок внизу. Вернемся и повторим. Напрягаем мышцы живота. Подкручиваем таз внутрь. Не вот так вот. Наоборот. Завершили, смогли до конца сделать? Если да, то это просто вау! Не останавливайтесь. Следующее упражнение. Шаги в планку и отжимания на одной ноге. Поехали. Шаги в планку. Опускаемся на одно колено. Выполняем отжимания. Вверх. Вернулись. В ту же сторону. Ну как получается? Распределяйте вес тела на руки.
Теперь нам нужно сделать то же самое, только в другую сторону. Сменим ногу. Готовы? Прокачивайте свои отжимания. Шаги в планку. Теперь опускаем другую ногу. Отжимания. Завершили, как вы смогли доделать? Это мощно, это действительно нелегкое упражнение. Кто сделал, тот молодец. Далее, 4 бега. Раз, два, три, четыре и два солнышка. Раз, два, повторить. Веселее, жжем калории. Супер, молодцы. Вы замечательные. Следующее упражнение, прыжковые бёрпи. Собрались. Сейчас будет жестко. Итак, выполняем прыжок. Прыжок в планку. В планке еще один прыжок. И наконец-то вернулись. Повторить. Давайте еще. Супер, молодцы. Следующее упражнение. 4 раза ножницы и выпад назад. Собрались, настроились. Итак, ножницы. Раз, два, три, четыре. Выпад назад. Вернулись. Раз, два, три, четыре. Выпад в другую сторону. Повторить. Еще сможем. Давайте, давайте. Супер. Вот это упражнение. Это просто космос какой-то. Следующее упражнение легкое. Скакалка. Представляем, что у нас в руках невидимая скакалка. И попрыгали. Скакалка сжигает очень много калорий. I got my hands on your body. So tell me what you want me to do. I can be good or be naughty. Because there ain't nobody love you like I. У кого вообще получается прыгать на скакалке? У меня никогда не получалось. А у вас? Супер! Молодцы! Вы просто умнички! Далее тоже легкое упражнение. Перекаты в боковом выпаде и бокс. Ноги пошире, носки врозь. Пускаемся в одну сторону. Перекатываемся через низ. Встаем, удар. Вернулись. В другую сторону. Перекатывайтесь через низ. Чувствуйте, как работают ягодицы. Вдох. Выдох. Пониже. Молодцы!
просто замечательно. Отдохнули немножко? Это правильно, потому что следующее упражнение – бёрпи солнышко. Прыжок солнышко, бёрпи, также прыжок солнышко внизу. Вернулись и повторили. Нужно показать силу своего характера. Как бы тяжело ни было, что сильнее, ты или твоя лень? Ответь на этот главный вопрос, и тогда тебя больше ничего не остановит. Супер, завершили. Мои неленивцы, следующее упражнение легкое. Вертикальное скручивание, колено к носку. Руки вверх, колено, колено, носок, носок. Повторить. Напрягаем пресс. Супер! Ну как себя чувствуете? Прекрасно? Молодцы, следующее упражнение – беговые бёрпи. Немножко осталось, немножко. Раз, два, три, четыре раза бег. Вниз. Раз, два, три, четыре раза тоже бег. Повторить. Еще немножко. Завершили. Молодцы, вы просто супер. Вау. Следующее упражнение. V-образное скручивание по очереди. Садимся. Ноги к себе на вдохе. На выдохе выпрямляем одну ногу, напрягаем пресс. Вдох. Выдох. Вдох. Напрягайте мышцы живота. Это упражнение для них. Еще для передней поверхности бедра. Супер, молодцы, остаемся сидеть. У нас следующее упражнение на пресс. Вы любите качать пресс? Судя по комментариям, очень. Русский твист. Вправо, влево. Напрягаем мышцы живота. Кому мало нагрузки, тот поднимает ноги вверх и наслаждается жжением со всех сторон. Напрягаем живот, как бы втягиваем его внутрь, но не до конца. Как будто вы тужитесь. Вот представьте это ощущение, запомните его и всегда напрягайте пресс так. Супер! Вау, молодцы! Следующее упражнение – велосипед с прямыми ногами. И это будет последнее упражнение основной части. Ложимся, руки за голову, велосипед – раз, два. Ноги прямые, по возможности поясницу прижимаем к полу. Очень тяжело, я согласна, пот льется ручьем, но мы сможем это сделать. Это легкотня для нас. Вообще. Супер, мы
закончили основную часть, и теперь начинается самое приятное – заминка. Готовы побалдеть, немножечко размяться? Итак, встаем в планку. Далее левой ногой широкий шаг вперед. Левой рукой подныриваем вниз. Выполняем разворот. Чувствуем, как тянутся мышцы спины. Вернулись. В другую сторону. Нырок. Поворот. Чувствуем, как скручивается позвоночник. Завершили это упражнение, едем дальше. Поза ребенка и собаки мордой вниз. Начинаем с планки, встаем в планку. Упражнение собака мордой вниз. Прямая спина, таз вверх. Садимся. Поза ребенка, чувствуем, как тянутся мышцы спины. Отлично. Повторить. Собаки мордой вниз, мы тоже чувствуем, как тянутся мышцы спины и задняя поверхность бедра. Завершили, молодцы! Уже начинаем расслабляться. Следующее упражнение. Захват ноги. Садимся, захватываем одну ногу, перекидываем через другую и скручиваем корпус в сторону. Отлично. Чувствуем, как тянутся мышцы спины. Поменяли ногу. Поворот в другую сторону. Очень важно, садитесь на седалищные бугры. Не вот так вот, не проваливайтесь. Наоборот, тянитесь вверх. Плечи назад и вниз. Супер, завершили. И последнее упражнение. Захват ног лежа. Ложимся на спину. Берем одно бедро, вращаем его по кругу. Раз. И два. Теперь другое бедро. Раз. Круг по максимальной амплитуде. Два. Отлично. Снова в другую сторону. Отлично, мы завершили эту тренировку. Коврик весь мокрый. Я надеюсь, что у вас так. Если да, похлопаем себе, мы молодцы. Ну что, мы с вами завершили нашу прекрасную тренировку. Мы с вами сделали разминку, основную часть, заминку. Постарались просто отлично. С нас сошло 10 потов. Это показатель того, что работа была сделана хорошая. Тренируйтесь через день, соблюдайте дефицит калорий и не забудьте написать свой результат, чтобы смотивировать остальных. Мы с вами встретимся в следующих видео. Пока!